Однополярный мир возник с крушением России, Советского Союза, и в 90-е годы практически Россию поставили на колени. И большая заслуга нашего президента Путина о том, что он смог поднять Россию с колен. Для Америки мы являемся потенциальным противником по одной простой причине, что мы единственная страна, которая представляет военную угрозу для США. У нас есть ракетно-ядерные силы, с которыми не могут сравниться силы никакой другой страны, ни Китай, ни Франция, ни Англия, там, ни тем более Индия или Израиль. Ну, да, нам приходится сейчас противостоять всему остальному миру. И если мы это не сделаем, то нас просто сотрут. Это бывает так, что когда одному тебе приходится там, в школьные годы, да, когда ты один против всех, но ты знаешь, что ты прав. Они поняли, что мы не слабы, мы не разрушились, нам не конец, потому что им действительно хочется быть гегемоном. Это было всегда, всегда. Холодная война, горячая война. Банально бы казалось, что слово «холодная война», но она несет в себе очень сильный экономический потенциал. Россия может сделать мир биполярным, естественно, но не с нашей властью, к сожалению. Наша власть очень зациклена на себе сейчас, и она думает только о своей собственной безопасности. Я вижу как большую такую политическую игру России с Америкой. Я их не вижу как страны, которые врозь. Я вижу это как люди, которые совместно действуют и создают общую политику в мире.